Скорость, пасы и красивый гол. Футбол – один из любимейших видов спорта миллионов людей на всей планете. Один из вопросов в ходе прямого эфира с главой республики касался спортивной инфраструктуры. Подробности у Али Баташева. Три раза в неделю в любое время года. Именно так проходят тренировки команды детского футбольного центра в Черкесске. Пара дыхания мгновенно растворяется в зимнем воздухе, а заснеженное футбольное поле стремительно покрывается следами бутсов. Пропускать тренировки – значит терять спортивную форму, а это неизбежно повлияет на результат предстоящих соревнований, считает футболист Амаль Тлимахов. Когда снег выпадает, не прям удобно бегать, потому что тут бегаешь и скорости можешь развить, или поскользнешься, травму получишь. А в манеже бы было и тепло, и там бы можно было заниматься. У нас в республике нет футбольного манежа именно для детей. В зимнее время, вот сейчас снег лежит, малышам там от 3 до 7 лет очень тяжело заниматься. И поэтому мы вынуждены заниматься в залах в школьных. Опять же, школьный зал, он не подразумевает такой вот подготовки профессиональной, да, а детей надо с детства готовить. Для решения проблемы Сергей Мащенко обратился к главе республики Рашиду Тимрезову во время прямого эфира 14 декабря. В нашей республике нет полноценного футбольного манежа, где маленькие дети смогли бы заниматься круглый год. Если это возможно, в ближайшее время, если он появится, то, мне кажется, для нашей республики это будет большим толчком к развитию футбола. Построим футбольный манеж, он будет где-то размеров под мини-футбол 40 на 20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-сметной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. А в течение какого срока? В течение следующего года мы должны проработать проектно-сметную документацию, и после этого только мы сможем ее продвинуть дальше на федеральном уровне. Второй вопрос Сергея Мащенко касался проведения на постоянной основе тренировок с известными тренерами мира. Привозили сюда тренера из Сербии, он занимался с нашими детьми, передавал свой опыт, в принципе, дети в восторге были. Хотелось бы этот опыт сохранить и сделать ежегодный лагерь здесь футбольный. Эта инициатива достойна поддержки, но преимуществом в настоящее время является именно создание спортивной инфраструктуры, на базе которой будут тренироваться будущие чемпионы. Кстати, совсем скоро у них появится достойный пример для подражания – профессиональная футбольная команда «Нарт». С 2023 года команда «Нарт» вернется в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Сегодня Министерством спорта, правительством подготовлены все необходимые документы. Работают у нас инспектора РФС по сертификации нашего объекта, стадиона, по лицензированию нашего футбольного клуба. Так что наш футбольный клуб уже вот где-то к маю месяцу следующего года будет создан и уже будет участвовать в чемпионате России «Зона Юг». Современная спортивная инфраструктура, своя профессиональная футбольная команда. А главное, желание ребят стать лучшими футболистами будет способствовать развитию футбола в Карачаево-Черкесии, говорят в Министерстве спорта республики. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.